блять. Правовой статус не определен. Права на свое тело присвоены самой же бабой. В любом случае, это баба, которая против кого-то грешит. Это либо раба Божия, которая грешит против Бога, либо раба земного хозяина, чья-то дочь, жена, жонка или девка, которая грешит против своего земного хозяина. И именно поэтому бляди – это такая же мерзость, как и содомиты, которые тоже решили, что их тело принадлежит им самим. Дмитрий Алексеевич Хализов, «Блядство в России и блядство вообще».